Во Всероссийском детском центре «Орленок» скоро появятся уникальные растения. Ребята под руководством опытных специалистов высадили редкие семена, которые подарил Центр дальневосточного отделения Российской академии наук горнотаежная станция имени Комарова. Посаженные деревья и кустарники ценные. Некоторых из них нет на юге страны. Среди них аянская и северная пальмы. Специально для этих деревьев создадут природные условия в оранжерее «Орленка». Также центр пополнился самой богатой в Краснодарском крае по разнообразию коллекцией ореховых культур. Сейчас все растения проходят процесс стратификации, а уже в мае взойдут первые семена. Цены тем семенам, которые мы посеяли, просто нету для нас в нашем регионе. И самое главное, что мы посеяли различные орехи, теперь по коллекции дикорастущих орехов, их по полезности их, мы занимаем первое место в крае. Больше ни у кого нету. У нас 8 видов орехоплодных культур дикой формы.